это был очень хороший турнир, и провели мы в 2020 году. Помню, мне было 9 лет, когда объявление делали в школе, что открывается секция бокса. Я пришел, папе рассказал, что хочу заниматься. С папой пошли, записались, и я начал заниматься. Через 3 месяца уже тренер заметил, что я очень активный, очень хорошо тренируюсь, взял и пригласил меня участвовать на соревнованиях. И потом приехал в Россию я в 2007 году и начал заниматься в «Динамо». Там провел 19 боев класса А и 19 одержал победу, 12 нокаутов. После я открыл и начал развивать собственную школу уже в поселке Барвеха, где я жил тогда. И ко мне записались очень много детей, взрослые. Нравятся медали, которые я выиграл в детстве. То есть 12 лет, 10 лет. Вот такие старые они, но для меня они очень много означают. Сейчас там самые лучшие боксеры. Вот мальчик, который сейчас со мной работал на лапах, ему здесь 8 лет. Сейчас ему уже 13-14 где-то. Вот эти дети все потом выиграли и чемпионский пояс. И они сейчас уже, половина из них там первые разрядники. И если возраст позволяет, то есть у нас и кандидаты мастера спорта. И мне как бы по душе здесь, вот когда я прихожу, и как будто я домой прихожу. Я прихожу, очень много детей у меня занимаются. Мне очень нравится провести здесь тренировки с детьми. Регулярно здесь тоже мы проводим соревнования по боксу.